История человечества движется вперед, как правило, какими-то масштабными, неожиданными для всех событиями. Вот 2022 год войдет в историю как год такого исторического события. Это появление на мировой политической карте новой великой державы Украины. Я не преувеличиваю. Сейчас громадные опасности для западной цивилизации, когда варварский фашистский режим Путина объявил ему войну, сказав: «Собирайтесь, манатки, убирайтесь вон», нашелся один героический народ, украинский, от которого ждали, может быть, успешной партизанской войны после того, как захватчики возьмут Киев в 4 дня, но которого оказалась и современная армия, и мотивированное, мобилизованное общество. Это громадная удача для слабеющего, изнеженного геноистского Запада, что в момент смертельной опасности нашелся такой народ, который сейчас выполняет 2 всемирные исторические миссии. Первая – это защита западной цивилизации и свободного мира от варваров с Востока. И вторая – это освобождение народа всего пространства Российской империи и бывшего Советского Союза от имперских притязаний Москве. Вы не представляете, с какой надеждой на украинцев смотрят и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Грузии, и во враждующих между собой Армении и Азербайджане. Все ждут вашей победы. И вы уже одержали эту стратегическую победу. Провал путинского блицкрига, поражение «Чудо на Днепре», поражение под Киевом – это было стратегической победой Украины, стратегическое поражение всего Запада. Украина, которую высокоубые натовские эксперты считали не отвечающей каким-то высоким критериям НАТО, сегодня единственная выполняет всю ту функцию, которой готовился 75 лет всемирный блок НАТО и который так бы не смог бы ее выполнить без Украины. В День независимости мне остается только пожелать вам выполнить до конца эту свою всемирно-историческую миссию, а будущее Европы, будущее мировой безопасности после мировых войн всегда решают державы-победительницы. И первой среди этих держав будет Украина. С Днем независимости, украинцы!